have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки. Привет, привет! Пойдем сегодня пуляться красками. Что-то мы давненько сюда не заходили. Я не уверен, что завезли что-то новое. Тут про... О! Что? Из чего? Где? Кто? Я не говорю, не уверен, что здесь появилось что-то новое. Просто здесь весело, здесь прикольно. А... Это читер. Кто читер? Ну, человек, который убивает тебя через три стенки, это называется читер, если что. Которые просто сразу себя на спавне убивают, так что их никто не может трогать. Нет, ну это же нереально, ты чё? Это у вас, кстати, в твоей команде. Что? Посмотри, посмотри L11, сколько убийств делает, посмотри. Так нельзя, выходим. Да, меняем сервак. Логодром. Продолжаем, перешли в другой сервачок. Тут вроде как все по-человечески, все нормально. Хотя он Киченес убил троих. Фу, Киченес, читер. Да. Ладно, пойдем попробуем. Я карту, кстати... Ой, ёлки. Почему? Я прям... Да, я карту вообще не знаю. Да, это ты меня убил, но потому что... Потому что я вообще не знаю карту. Ладно, поехали, не буду ныть. Попробуем выучить, что здесь как творится. Для чего я активировал радар, если его моментально разрушили? То есть, меня моментально убьют. Ну, пока что не убивают, но меня же убьют. Что с кнопкой спавнить? Ай, сзади? Как? Ну почему? Ну блин, надо снайперку купить, надо накопить денег. Успокойся, минус. Я чуваку отомстил. Тут кнопку, кстати... Пока ты не сталкиваешь, кнопку лучше вообще не отпускать. Почему? А, что с кнопкой спавна не так? Я спавнюсь, и она просто лагучая. Хоть и пинку мне нормальный. Минус. У меня пушки нету. Зачем тебе? Ну, мы вас, короче, да, зажали на этот раз. Ну, но по-честному, без читов. У вас щиты на этом на спауне, так что. Не надо! Это тупая турелька. Если бы ее тут не было, я бы сейчас не умер. И в принципе, наступил бы мир во всем мире. Ой, я кого-то убил. Почему тут так? Минус турелька. А, тут вторая турель. Нифига себе люди понаставили. Это у вас три турели в одном месте, серьезно? Так к вам подходишь, у вас там сто... А ты еще и ты меня убил, ну классно. Я тебя убивал? Ну, или твоя турель. Ай-яй-яй-яй-яй, а что ты бег... А что она с двумя этими бегает? А, ну возможно, 29 уровень, стоп. Короче, ладно, поехали. Я что-то привык тут это с по 90 бегать. Оу-оу-оу. Я только что без глаз убил человека. Look, no hands. Что? У меня нету пушки, что мне да делать? Да зачем тебе этим? Пушка? Кидайся патронами. У меня просто нету пушки в руках, я без руки. Сейчас точно сзади кто-то убьет. Слава не так. Что? Да, нет, ладно. Твоя турель меня уже второй раз замочила, Карл. Хватит! Я не могу даже набить на турель, а этот поставил и просто берет и штампует киллы. Да не фармлю я свои киллы, они сами. Ага, 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 выскочил. Четыре человека, ну один сверху, ладно, три человека я видел. И в итоге меня убила турелька, да. Просто. Где моя пушка? Что с спавном? Обойдешься. Не надо? Вот у тебя спавн лагает или нет? Нет, у меня все пучком. А у меня спавн как-то приходится по 45 раз кликать, и еще не факт, что я заспавнюсь. Вот это Хоуп, кстати, она очень прикольно играет. Которая на первом месте? Ну, она, наверное, поэтому на первом месте, не? Она скоро забудет о том, что она на первом месте. Минус. Если стреляешь
стоять вне... Э-э-э, вот а, опять она меня убила. Но турель чья-то? Нет, Хоуп. Нормально, нормально. А где мои турели? У меня только что турель была в рюкзаке. Дурель у тебя турель была в рюкзаке. О, я могу поставить, кстати, дурельку-то. А ты где? Ага. Я богач. Ага. Нет. Моя турель все-таки убила. Ой, двоих убила, класс. Что-то, наверное, надо мне дальнобойную пушечку взять. Да, мою турель тоже замочили, но она убила двоих. Почему тут нету хоть какого-то разброса по уровням? Не-не-не-не-не, здесь просто все. О, воу. В вашей команде человек, у которого 200 уровень, что я должен с этим делать? Улыбаться и махать. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, как неудачно-то, я как раз все врубила, оно... Короче, вы поняли. Пойду поэтому. Воу-воу-воу-воу-воу. А что ты сейчас задолжил? Вот, девушка, которая... Как я задолжил? Девушка перед тобой, она просто... Ну нельзя же... Я ее прикрываю. Да у нее 200 уровень, она просто... Ее просто убили, вон, смотри. Потому что у нее имбовые пушки. Тут, по-моему, нету имбовых пушек-то. Есть. Сколько у меня киллов? 12. У меня 27 всего лишь. И то большая часть этих киллов чистая, которые... Да ну блин, я его видел, я просто не успел подстроить. У меня, в общем, оружие быстрое, но оно не дальнобойное. Мне нужно у тебя что-то... У тебя P12? Из-за этого я вот... О, я кого-то убил. Ой, стой. На, это чисто на удачу. Там в тебя летело просто 100-500 снарядов. До свидания. Вот то же самое, как со мной получилось. Ты стреляешь, а чувак просто выходит и убивает тебя. Блин, я хочу нюх использовать. Нюх-кол. Нюх. Блин, что такое? Нормально, что со спинком люди не лагают, а вот кнопка спавна. Что? Да ну блин, ну как бы да, я понимаю, но все же. Спокойствие. Тут наши уже сгорают прям очень близко. Да нет, ну нормально, что в самом деле с пингом? Я уже за забором, и бах, она меня, оказывается, убила. Вот. Я про то же. Я вот про то же, тоже я про то же. Что крыса! Же, что. Крыска, Лариска. Нет! Есть! Фух. А! Не смей! А, черт, чувак! Так, спасибо. А да... можно так почаще? Нет, обойдешься. Если я буду стрелять в небо, я уже так убил кучу людей, просто стреляю в небо. До свидания, минус никуда 2. Стреляю. Вот, я так одного и того же человека два раза убил. Просто в небо стреляю. Она меня через стену убила. Ну, что ты хотел? Мне просто интересно, как она меня через стену убила. Я вообще не видел, чтобы в меня летели пульки. Я видел то, пульки. Что все пули были слева от меня. Ну-ка, слушай, я тут нашел имбовую тактику. Ну, какую? А, сейчас я тебе расскажу. Ай, тебя убили, ладно. О! Можно бы позаимствовать эту тактику у тебя? Mm-mm. Nope. Крутая тактика, бро. Блин. Чё? Вот я про какую тактику. Тактика называется, ты в любом случае сдохнешь. О, мы
Блин. Я третье место. Ты третье место, неплохо. Я какое там, 145-е? У меня самый высокий стрик. А, нет, не самый высокий. Я 7 тысяч заработал на этом файте. А ого. Ого-го-го. Нюктаун. Вот ты хотел нюкать что-то. Нюктаун. Да, давай Нюктаун. Нюхтаун. Сколько же там голосов? 1 миллион просто. Блин, что-то как-то сегодня так весело идет, несмотря на то, что начали каточку с читера, но все равно идет неплохо. Сколько там эти пушки? Сколько оно... А, это ясно, почему они стоят по 2 миллиона, они просто донатные. По 9 миллионов. Угу. Да, хорошо. 9 миллионов, да-да-да. Погоди, это та же карта. Ты опять в противоположной команде? Зачем? Это ты! Это все время это был я! А! Блин! А? Погоди, ты что, впервые меня? Да. Такого не может быть. Недопустимо! Итак. Ладно, теперь... Не надо! Нет! Тактика галактика! Я убил! Я зато убил двух! Стрелять никуда! Что так, получается теперь вдро... О-о-о, вот это опять побил. До свидания. До свидания. Ты чисто на везении выиграл. Да, я знаю. До свидания. До свидания. Ты чё? Ты на скемпе? Нельзя же так. Дюд, стоп! В эту игру можно играть, просто зажимая кнопку мыши. Ну да! Ой, ой, я кого случайно убил. Ой, это был случайно ты. Ты меня случайно убил. Хватит. Дюд, стоп! Я тоже так умею в небо стрелять, чтобы кого-то убить. Ай, блин, лысая какая-то гадюка, Линея. А, ее тоже прибили. Я лысист? Да, я лысист. Крыса Лариса! Я тебя видел. Нет! Ты не знаешь, где я, ты меня не видел. Не прикидывайся. Да он так, он поскользнулся и прямо головой на пулю. Я не могу просто понять! Как? Почему? Что? Да, а сдохнуть не хотим, блин, что это было вообще? Крыса, Лариса. Ой, я твою турельку сбил снова. Я знаю. Сфига себе! Я понял, где ты, все, до свидания, давай, до свидания. Меня только что сзади убили как крысу, но я успел... Ох, блин, у чувака дальнобойная. Я тоже хочу дальнобойную пушку. Ты хочешь снайперку? 80... Нет, не снайперку, но что-то автоматическое дальнобойное. Хотя снайперка 150 стоит. Так, автомат Какашникова не хочу. Стимпанк... Блин, ладно, поехали. Стимпанк. Не надо, спасибо. Просто у меня не так много денег. До свидания. Я видел, что это ты. Нет, ты не видел меня. А, это не свой был. Короче, блин, ребят, я хочу, чтобы... цвета различались, чтобы наши стреляли синим, а враги красным, потому что я только что попался на то, что вроде как наш, а там был чужой. Да хор... Я вас видел! Нет, ты меня не видел! Ой, сзади кто-то! Бомбиссимо? Это кнопка спав! И в итоге я заспавнил себе из оружки, я даже ресетнуться не могу! Серьезно, убейте меня кто-нибудь! Минус. Эта игра, минус. Она меня бесит. Блин, турель чертова. Да я знаю, что ну, я стрелял по турели. Я буду прямо на вашем спавне, меня никто не убьет, конечно. Вот так вот всегда. Минус турель. Крыса! Вот это ты везучий этот катанец. Прикинь, дает дополнительное экспо за убийство друга. Да ясен пень. Замочи друга, получи бонус. Та-да-да-дам. Ай-яй-яй, я тебя зам... А, надо, держи. Минус три? Минус три, да-да-да. Неплохая тактика, неплохо. И я заспавнился без пушки. Вы...
Лени... Блин! А с чем она? Я могу посмотреть, с чем она? Кто именно? Лене. До свидания. Заспамьте. Что? Это не наша турель? Я такой спокойный, вообще там прошел, уверенный. Да офигеть, с чего ты... Она из этого же по 90 стреляет. Из такой же пушки, как я, но почему-то... Ну, как бы, рейд попадания. Я понимаю, что я рачина. Но не настолько. Ну да, не настолько же. Невозможно так. Ну да, ладно, что возможно. Что ты хочешь от меня? Отлепись! Серьезно, только я успеваю убить одного-двух чуваков, прибегает вот эта вот лысая. И да, она начинает просто носить... Ты вообще кто? Да блин, что это за килл-эффекты? Они мне не нравятся, бесят. Вот этот чувак в маск-халате. Да? Тебе так кажется? Да я тебя... Блин, я тебя видел. Знаете, иногда немножечко подбешиваю, что тут все ваншотается. Опа, минус. Очень сильно. Да. Вот бы турелька не ваншотал, был. Нет, бы круто. Нет, турелька... Крыса! Вот это сейчас было просто крыса. Почему я спамлюсь без оружия? Почему? Ладно, моя пушка, это моя турель. Давай, выигрывай. Что ты знаешь про крысиные поступки? Флаффи, тебя там убьет сейчас. Если тебя сейчас там не убьет, я не знаю, что я тебе сделаю. Ха-ха! Я убил Флаффи. Я знал, убейте что меня, его там убьет. Убейте меня, я у вас перед лицом прыгаю. Вы не можете по мне попасть? Ну офигеть! Они не могут попасть... На, попали. По мне не могут попасть. И мне, Дио! Блин, Флаффи! Ты начинаешь бесить, чувак. Лысый? Лысый? Флаффи, нет, Флаффи, чувак, которого зовут Флаффи, прикинь, есть такой. Ничего себе. Кто мою турелис уничтожил? Как ты меня за стенки-то убил? А че это вот это вот, не аж так много киллов сразу? Меня через стену убили! Ха-ха. У меня рука из-под стены торчала. Да я серьезно говорю, киллы через стен. Оу, я его убил, все-таки она меня тоже убила, ладно. Флаффи то же самое делает. У нас персональная война с Флаффи. Я сейчас возьму снайперку и все. 15 киллов киллстриком сделать? Вы издеваетесь? А мне надо умереть 75. Ну это легко. У меня уже 63. Ха! Тварь! Ха! Тварь! Ого, там наших выносят сзади просто. Какой чудесный гейм. Чудесный гейм, да. Минус. Вот что это... Нет, минуточку, ребят, минуточку. Вот сейчас это было вот крайне непонятно. Что? Ступеньки тебе... внизу и главная дверь внизу, но при этом он зашел сверху. Остановите. Я могу понять снайпера, я могу понять убийство из-за угла. Да, это я все могу понять. Убийство через стенку, как меня сейчас лысая убила? До свидания. Ты уверен, что она не читер? Вот сейчас перестал быть уверен. До этого я был уверен, что она просто хорошо играет. Но вот после вот этого мне очень сильно не понравилось. Она меня через две стенки убила. И мы это уже меня, с вами видели. Меня через стену убили. Я тебе мне говорю. Мне только что показали, как чувак, выходя из спавна, просто взял... Лысая? Нет. Лысая у меня в команде. А, ну да, я точно. Я ее не люблю. Она впервые меня. Хоть и зашла самый поздний. Вот ты этот, короче, шустрый. Ой, я чувака случайно убил. Я не рассчитал доброс до него. Кстати, донатные пушки самые геймбовые. Там даже есть пушка, которая черная дыра, и она прям засасывает людей вроде. Да ясен пень, они потому и донатные. А, это же нечестно, донат должен быть хоть
сбалансирование. Нет, ты чё, чувак, донат должен быть сбалансирован, если мы говорим про игру, а не про режим в Роблоксе. Да иди ты просто нафиг, вот. Вышел и всё. Мне еще 69 килов, да, нюк. Давайте я сделаю уже все по-бырому, давай. Не. Ну я же в нее точно так же стрелял, как и она в меня. Что, блин, вам не так? На! Сдохни. На. А, спасибо, да, теперь с этой стороны. Я не знаю, то ли моя команда это такие люди. Я еще и неплохо довольно-таки сыграл. 27 килов, смотри. Просто Няш Варьор, это кто вообще? Я думал, что Линея первая. Няш Варьор? 74 кило. Как вы это делаете? Пойдем в Сити. Да. Нет, конкрет. Давай конкрет. Чисто конкрет. Да. Давайте еще одну игру сыграем. У нас вроде как подходит немножечко уже время, но хочется еще сыграть. Интересно. Мне нравится. Давайте только, пожалуйста, по-честному сейчас. Блин, а это знаешь, что напоминает Bad Business? Bad Business интереснее. Не, я имею в виду эту карту. Да. Bad Business, да, на самом деле она будет немножечко... А почему у меня зеленые бульки? Ну, бульк. Меня убил Феллоро. На крышу залезай, тут безопаснее. Весело и безопасно. Я тебя уже жил. Да ну, Феллоро, успокойся, Карл. Я карты не знаю, да я смотреться. Буквально, ну ладно. Я хотел сказать, пиксель появляется, но пиксель... Да успокойтесь! Я вообще не понял, с какой стороны ко мне подойдут. У меня, кстати, тоже зеленые бульки. А это все против всех? О, нет. А, ясно, я тут никого вообще не убью. Лысая! Я возьму снайперку, это карта самый раз по снайперку, да? Да? Ой, я кого-то убил, неужели это случилось? Это я ФКшника убил. Я тебя вижу, чувак, успокойся. Стой, не двигайся. Я промолчу, да? Уж про то, что как ты на крыше... Да, почему-то я не... Почему, чувак, не задохнись? Состояние снайперки меня убил. Из пистолета, я не знаю, сюрикеном в тебя метнул, да? Пистолетов, у него отдача должна быть просто в ноль. Чувак, это краска какая. Да, залезь! Это не просто краска, это краска убивает человека одной пулькой. Да ёпрст, тут текстуры баганы. У него что, миниган, что ли? Да. Это был мой фраг! Кто? Какой ты только что? Я у тебя не стрелил. Так тебе и надо. Турели на крышах. Это вообще за гранью добра и зла. Вот, тут есть ящики. Они не, фух. Так, это у нас что? 150 тысяч. Ну, блин, где мне взять 150 тысяч, если вот такая игра? Ладно, хорошо, поехали. У меня 101 тысяча. Нет, я имею в виду, нужно на пушку, которая мне... Я думаю, что я хочу эту пушку. Нет, лысая читер как-то. Я так думаю. Я вообще-то ее... Она на третьем месте. Она может быть читерка и... Да черт. Кира, я думал, ты в другую сторону пошла. Что ты делаешь? У меня хилы так... Погоди, сзади? Я-то думаю, а что это сзади пульки других людей летят по случайности? И тут я вспомнил то, что это нифига не команды. Ага, я не попал. Спасибо, Ноа. Обожаю, когда так поступало. Shadow G? Shadow G! Я не люблю. Да, ну вот посмотрите, куда я достреливаю. Ёлки-палки, это ПП или плевалка? Что это такое? Почему у меня такой дальности вообще нету? Ноль. Купи снайперку. Вот Бам.
Как ты его не убил? Как ты его не убил? Он впритык к тебе был вообще. Ты что, за мной следил? Так этот чувак меня только что убил, и ты такой к нему прыгаешь. Вот, наконец-то я его грохнул. И его турель грохнул. И ты спрашиваешь у меня, как я его не убил? Так ты впритык к нему был. Ой, я кого-то случайно, по-моему, прирезал. Ладно. Из радужного Скара? Кто мою турель убил? Нельзя так делать. Минус. Нельзя турели убивать. Нужно. Они тоже люди. Где этот чувак, блин, на первом месте? Он сейчас получит свое первое место. Убей Ай, меня. Сзади. Она возила. Я у нее перед глазами стою. Она просто не может по мне попасть, когда я у нее перед глазами. Где-то я это уже видел. У меня нет пушек. Третий раз фармить. У меня пушек нету. Мне их не дают. Ёлки, как я чувака с крыши снял. Я сейчас просто офигел. Нэш Ворьер, Няш Ворьер, Няш Мяш. Няша. А, фу. Фига себе. Линея стоит на крыше и все гости. Блин, знаешь, что бесит? Бесит, когда люди, которые хорошо играют, у них какой-то бесячий скин. Это бесит в три раза больше. Опс, убил. Мне не нравятся люди, которые приседают на трупе. Я вообще не в тебя стрелял, там турель, блин, чувак, она тебя же убьет. Она меня уже убила. В ведро стреляй, не меня. В ведро стреляй, не в меня, да? Да, зачем ты там опять спавнишься? Я у тебя перед глазами испарился? Да. Я сам не знаю, как тебя испаряет. Это все демоны, сатанюги. Поставил, блин, турельку. Только нажал на кнопочку бах, меня грохнули. Но она все еще. Кто меня убил? Признавайтесь. Тупой няш. Пельмяш. Кстати, за хорошо ты дает больше денег. Да ясен пень. За комбы, за даблкиллы. У меня нету пушек. Турель не может по мне попасть. Я у нее... Ты меня не видишь, что ли? Слепошара. И в итоге меня убили сзади. Я только что увидел сестрю этой девушки. Я только тебя увидел, ты такой бум. Меня через стену убили. Что? Нет, реально это сейчас было... Оп, моя турелька убила. Это кстати, реально сейчас было через стену. Кстати, какой-то чувак с мелким скином, у него хитбокс минус. Минус. Ах ты ж, снупер. Ах ты ж, снупер. Кстати, это карта, где я получил свои первые 100 кило. Твоя турель. О, так, моя турель убила тебя. Тут чувак в углу стоит со снайперкой и просто всех крысит, как полная крыса. Ну, чуваки со снайперками обычно так и поступают. Да не. Все? Ладно, че я там намолотил? 18 киллов пойдет. 5 тысяч мне за это дали. О, у меня сотка. У меня 100 тысяч. 100 тысяч. Сатан. Хорошо. Хорошо, годится. Потом можно будет еще набить. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. И всем пакет. Всем пакет, да.